любая недвижимость в городе и провинции Аликанте. Агентство недвижимости «Спайнтур» с нами надежно. Здравствуйте, друзья! С вами Сергей Язовский, директор компании «Спайнтур Сервисис Инмобилиариус». Я шел вешать плакаты на одну из квартир и увидел великолепные изделия. Из чего? Даже не знаю, как вам сказать. Из дерева, из коры пальмовой, как я правильно понимаю, да? Смотрите, вот пальма и одно фото, 1 евро. Офигеть. Но мне разрешили бесплатно снять. Я сказал, что я вам рекламу сделаю. Это улица Кальдерон де ла Барка, номер 13. Я под видео могу вам даже ссылочку на карту дать. И меня потрясает фантазия этого человека. Посмотрите, какие чудесные изделия он сделал. Ага, и он показывает, еще и на дереве, ой, на пальме висит. Нифига себе. Это же надо какую фантазию иметь. Это... И вот у меня нет этой фантазии, а у человека есть. А зато я умею нажимать на мобильном и на камере кнопку REC. А они не умеют. Ну, то есть каждому свое. Фантастика. Ну вот, и изготовление этого происходит вот в таком локальчике. Раньше здесь была какая-то другая фирма. Еще внутри есть там что-то, лодка какая-то или еще что-то. Так что приходите, и здесь прям продается все это, и здесь изготавливается. Звать этого господина-сеньора Рафаэль. И прям здесь вот и производство, и продажа. С вами был Сергей Язовский, риэлтор из Аликанте, плюс 34-663-945-750. Пошел вешать плакаты на продажу квартиры. Адиос, амигос!